Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Да, немножко задержался, буквально на 3 дня. Закончился турнир, забираем награды. Так, Лига мастеров, ребят, 3 звезды, отлично. Так, Эйприл Кунаичи и 75 платиновых осколков. Здесь тоже забираем награды. Понятно, ребята, о никаком бусте даже и речи быть не может. Почему? Потому что... Где мой телефон? Мой телефон здесь. Потому что сегодня среда. Вот и все. Я думаю, тут объяснения никому не нужны. Какой, ребята, буст? На самом деле, что произошло? Ну, ребят, я на своем втором канале крепко подзасел новинки игр. Начал, ну там, короче, были много демок всяких новых, и я решил их поиграть. Даже некоторые из них купил. Да, даже некоторые купил. Я имею в виду, были как просто посмотреть игру, и потом можно было ее купить. И одну такую из игр я, ребят, купил. В принципе, неплохо. Даже не одну, по-моему, а 2 или даже 3. Вот. И там еще, ой, там еще, ребята, очень много игр будет выходить. Единственное, что как их все проходить? У меня там с десяток наберется. Как их всех проходить? Вот скажи мне, пожалуйста, на милость. Там проходить, плюс еще здесь снимать игры. Ну, можно, в принципе, здесь немножечко притормозить с играми, да? Немножко, так сказать, отдохнуть, дать вам чуть-чуть. И пойду, может быть, там поиграю. Но это пока предварительно, ребят. Я ничего точно не буду говорить. Потому что, ну, во-первых, мало времени на игры, потому что у меня работа, у меня вот эти вот выходные, что мне даются, ну, такой себе тратить их чисто за компом. Много всяких дел накопилось, их как-то надо решать, делать, вот. А забрасывать, соответственно, я пока ничего не буду. Единственное, что, да, может быть, уменьшится, ребята, их количество выпусков. Но, в принципе, и так уменьшилось уже в разы.
Да, друзья мои, для кого я это все говорил? Вот скажите мне на милость. Для кого? Я только сейчас увидел, что у меня отключился микрофон. Да ядрен ты, матрен, я вам столько там наговорил. Что, почем и... Тьфу. Ладно, я не буду все заново. Единственное, скажу, здравствуйте, друзья мои. Как говорится, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. 3 дня меня не было. Вот. Ну, работа, друзья мои, работа. Плюс жара, духота. Шум, надеюсь, вас это не смущает, который гудит. Я, ребят, включил маленький в себе вентиляторик, чтобы он просто меня обдувал. Тут духота на улице стоит невозможно. В квартире тем более. Никакого желания что-то снимать нету. Обычно, ребята, у меня вот активируется такая фигня, когда... как тебе объяснить-то? Осень, зима, когда, знаешь, на улице такая погода хмурая, грязная. Ничего не охота, ты сидишь просто-напросто дома. У тебя куча времени, взял, поиграл, вот. А сейчас, не знаю, или на шашлыки идти, или просто, просто сидеть, отдыхать. Вот. Так, что я еще вам там говорил до этого? Ребят, на втором канале сейчас очень плотненько засел в новые игры играть. Там у нас их очень много. Уже сделал несколько обзоров на игры, на новинки. Еще впереди будет очень много игрушек на обозрение. Так что, если кто следит за моими 2 каналами, тот будет в курсе, в принципе, всего. А кто еще не знает, что у меня есть 2-й канал, который посвящается ПК-играм, то вы можете зайти, подписаться, ребята, и быть там в курсе всех, как говорится, дел. Вот. Обалдеть. Окно открыл, это врубил. Наверное, сейчас будет шумиха, но я надеюсь, не очень сильно вас это все будет отвлекать. Значит так, по черепашкам, ребят, сегодня мы поиграем. Да, я знаю, что 3 дня меня не было, сегодня среда. Вот, что... о бусте ни о каком, естественно, и разговора быть не может. Вот, потом что? Потом хотелось мне, конечно, зайти и поиграть для вас специально Дракону Саннике Олуха. Вы уже так сильно просили в комментах, что я сегодня зайду. Но вот по поводу Бравл Старс и Йорн Туда и Роги, вот это вот под вопросом. Потому что на моих часах, ребята, почти 4 часа дня. Мне в 9 часов вечера лучше лечь в баньке, потому что завтра мне уже выходить с утра. Ну, не знаю, попробую, посмотрим, как получится. Мне еще хотелось бы опять же вернуться на свой 2-й канал, поиграть сегодня опять какие-нибудь новенькие игры. Вот. В общем, не знаю, посмотрим как. Но легенды, то есть Черепашки-ниндзя и Драконы-всадники Олуха будут однозначно сняты. Но вот когда будут выложены, я тебе не скажу. Может быть, сегодня. Кстати, я заметил, что, друзья мои, у меня... ролики на YouTube выкладываются очень долго. Если у меня, например, 20-минутный ролик раньше закидывался на YouTube, ну сколько там в максимум времени, ну там 5-10 минут, да, то вот сейчас игруха у меня закатывает, ну, заливается на Дзен, и ну уже прошло 4 часа. Ну, ролик 1,5 часа. Уже 4 часа заливается, ребята, и все никак не зальется. Мне даже, я смотрю, мне кажется, что там, по-моему, заливка даже уже прекратилась, остановилась на месте эта шкала. Не знаю, в чем проблема, что с этим Ютубом вообще творится в последнее время. Жестит. Так, ну что, у нас осталось тут совсем с собой немножечко побомбить. И у нас, в принципе, будет арена пройдена. Так как сегодня среда, естественно, никаких у нас новых событий не будет. Вот. И дойду. А докуда я дойду-то, интересно, вообще сегодня? Смогу добраться до своей сегодня. Дай-ка я его выключу, задолбал жужжать уже. Вот выключил, и все, ребята, и сразу, сразу тело становится жарким. Лига самураев, 2 звезды. Нет, ну я думаю, что мы пройдем. Мы обязательно как сказать, до конца недели я, ребята, постараюсь добраться до Лиги Мастеров, 3 звезды. Естественно, нам нужны платиновые осколки, все это прекрасно понимают, все это знают. Поэтому я постараюсь добраться.
Так, ну что, это был последний на сегодня бой на арене. У нас остаются лишь, что, ежедневки. Сейчас мы с тобой ежедневные задания выполним. И, в принципе, на сегодня серия у нас будет закончена. Так. 23 тысячи мутагена. Так, ну давай. Ладно, ждем. Ребят, зависон. Ой. Да-да-да-да. Надеюсь, без вылета зависон-то. Но в последнее время он не вылетает, он именно вот так вот подзависает. Потом через какое-то определенное время, там, минуту, там, полторы минуты, отходит. Если этого не произойдет, мне придется перезаходить. Нет, ребят, видите, сам отдуплился. Так, ну что, пройдем с тобой серию испытаний. Зашибись. Еще и ошибку выдал, нормально? Ну-ка, подождать. Вроде норм, да? Раз, два, три. А почему у меня у Армагона? Блин, подожди, мне не нравится, что у Армагона столько хп. Нафиг мы его тогда, ребят, пока в сторонку уберем. Вот этих вот оставим. Оставим эту команду. Так, ну что? Тут у нас змея-карай. Угу. Они, друзья мои, вон у них. Я думаю, почему они быстро так действуют, ходят? А у них, оказывается, ускорение стоит. Они под ускорением. Памс, ну что ж ты, ну что ж ты, Макман не смог развить этого мелкого, вшивенького маузера. Кстати, вы в курсе, что скоро выйдет, ну как скоро, относительно скоро выйдет новая игра по черепашкам ниндзя. И она будет называться, знаешь как, Последний Ронин. Последний Ронин. А сюжетка, знаешь, в чем будет закручиваться? Клан Фуд убивает Сплинтера и трех черепашек. То есть и последний вот этот четвертый брат будет мстить. Жестко, да, ребята? Развязочка такая для... для игры. Я... как-то я даже не представляю, ну как так? Убили Сплинтера, трех братьев, из одного из братьев ты будешь играть и мстить. Вот называется Последний Ронин. По-моему, так. Если что-то не ошибаюсь. Так что будем ждать. И на днях у нас, как вы знаете, ребята, будет, по-моему, завтра уже выходит Kingdom Rush Alliance. Так что будем покупать и будем его обязательно, друзья мои, проходить. Так, ну что у нас? Что нам нужно? Подожди, нам нужен список. Нам нужен список, нам нужны... Да что с игрой сегодня? Что она все просит от меня? Так, Леонардо Видение, мы прокачиваем с тобой ему левел. Угу, он у нас 75-го. И прокачиваем ему, друзья мои, вот эту вот первоначальную стрелу. Так, один ящик есть. А нам сколько ящиков там надо было? Ты не помнишь? И вот я что-то, я тоже что-то вот, ребят, не помню. Нам нужно, ага, нам нужно еще 6 ящиков. Я думаю, что... Блин, да здравствуйте, приехали. С какого перепуга ты уже четвертый ход ящик не даешь? Так, это уже 2. А нужно 6, да? Еще 4 получается. 3. Ну, что-то вообще игра расхандрилась. Так, это 5, по-моему, да? Черт, я уже сбился. Все, это, по-моему, последний был ящик, друзья мои, да. Все, улучшаем. И у нас все, ребята, до 6 ступени. Ну, соответственно, мы с тобой идем... А, подожди, до 6 ступени. Все! Друзья, он только по уровню теперь у нас прокачивается. А мы с тобой ищем... А кто... Кого нового будем прокачивать, ребята, на... по скиллам? Мутагеноида мы же, по-моему, с тобой, да? Точно, мы же мутагеноиды с тобой прокачивали. Так, 12 автомобильных номеров нам нужно. Один нашли. Так, второй. Третий. Четвертый. Все, тут у нас пицца закончилась. Короче, не забыть, ребят, что мутагеноиды мы с тобой прокачиваем
по скиллам, а Леонардо Видение прокачиваем по уровню, по левелу. Так, ну, вроде бы как здесь все. Да, извините, что в начале, как говорится, не было ни звука от меня, потому что я только сейчас увидел. Я смотрю, ребят, на второй монитор. Ага, а тут, где дополнительный микрофон, шкала стоит. Рабочий стол двигается, а дополнительный микрофон, я думаю, ёпарасоте, ну как же так. В общем, все, ребята, исправил ошибку, и пошел я в драконы всадники Олха. А на этом все, всем удачи и до новых скорых видосиков.